Что-то они стреляют. Что-то не слышно ни одного. Одна страна была, и Украина, а еще наши ж на нас напали. Начали нас бомбить. Це нонсенс. Взагалі нонсенс, коли від держави в 21 столітті відривають шматок такої території. Да. І я не вірила, що можна нашу страну вот так зарвати. А вийшло, що у нас війна. Культура і балет, он как бы не должен разъединяться. Наоборот, в этой ситуации мы должны, искусство должно как бы людей объединять и нести массу мир. Ну, после того, как ни за что на нас напали, разрушили наши хаты, и с ними перемирия, я думаю, уже нет. Миру не будет. А за душою, як у латиша, після 4 років війни, хуй до душа.